Всем привет! Завтра у нас открытие охоты. Димон. Грузим на Димона профиля. О, Димон попер. Теряет гусей по пути. Но ничего страшного. Ну что, друзья. Димон закидывает профиля. Плавающие профиля у нас. Спортпластовские. Завтра открывается охота на гуся. Ребят, время 4 утра, первый гусь добыт. Налетел вообще вот на профиля, белолобик. С открытием охоты нас шикарный белолобик был добыт единым выстрелом. На камеру не успел заснять. Ко мне. Вот. Смотри. Ребята, какая погода. Снег идет. А у меня один патрон. А я того попал. А у меня... О, второй падает. Смотри куда. Того достанете сами? Да. Готов. Оп, упал. Он у той этот, короче, бровки. Мягко сел, блядь. Да, мягко. А у меня один патрон. Добор. Давай ружье, подожди. Подранка. А какой у него голова? Битая. Тихо. Будем с первого захода бить. Слева. Готовьтесь. Бьем. Есть! Ваня, за второй побежал. Три. Побежали за второй. Задали. Вот один. Одного вижу, вот. Все? Красиво. А? Последние два падали. Ба падает. Первый упал сразу. Чайку, Коля, чайку. Надо было еще чуть-чуть. Ha ha ha!
Так-то. Спереди заходит. На 12. Где? Подожди, подожди. Где? Подожди, подожди, подожди. Бей. Один упал. Один справа, Дим. Вот он. Красавец. Белолобый. Будет бить. Василич, готовься спереди. На 12. Бьем. Шаманим гуся. Чтобы гусь летел, надо вот так, говорит, да? Дело было не в бобине. Да-да-да. Молодец. Молодец. А зима не отдает свои позиции. Снег идет. Одиночка на час. Готовимся. Ребята, бьем. Подожди. Готовься. Готов. Ей! Молодцы. Молодцы. Вот, я вижу, вижу. Молодцы. Он уже падал. Похоже, что улетит. А он уже падал. И он упал. Но ему попало его. А у кого бинокль? Посмотрите, а? У Андрейки должен быть бинокль. Бинокль вот здесь вот лежит. Ну вот. Хороший налет. Хороший налет был заснят. Команда стрелков. Первый раз команда была добыта. Шикарно. С одного налета такое количество гусей. Здесь только 7. На все время первый раз. На все время, сколько мы здесь охотимся. Восьмого добираю. Вон они еще. Это двое, это тройка. Это утки. Это не страшно. Шикарная охота, молодцы, хорошо натянули. Были они где-то вот здесь, метров, наверное, 15 и дальше. Да. 15 метров, да? Ну,
по, из всей стаи ушло только трое. Нам повезло. Остальные все степарные. Да, молодцы, молодцы, наманили, поработали манками. Хорошая охота. Били номер проби. Ну я лично тройка бил. Да? Ну, первые два патрона тройка. Ставишь две тройки, да. А первый у кого там зарядка. Или, а вторые две единицы. Из-за того, что были близко где-то метров 15-20, поэтому и результат. Да не 15. Ну вот, они были над этим. Ну вот они были над водой. Ладно. Ждем следующие налеты. Следующий.